Так, еще пару фрицев. Что-то слева, по-моему, кто-то светился, да. Жиденький какой-то парень оказался. Либо два раза гритануло, в чем я очень сильно сомневаюсь. Да хватит тормозить, блин! Хватит тормозить, все, я все сказал. Надо было все-таки перезарядиться, наверное, ну ладно, не страшно. Твою налево. Держи. Все, пистолетные патроны кончились благополучно. Автомат берет М938-44. Может быть, я что-то интересное нашел. Прямо сейчас. Давайте посмотрим, что это за берет такая. Так, судя по всему, что-то хорошее. У-у-у, 26-37. Нифига себе такой рывок сразу же. 15-20, а здесь 26-37. Давайте, конечно, берем. Сколько стоит? 2-3-700, да, понятно. На косарь дороже. Ну что, теперь придется пользоваться автоматом. Хорошо, что докачал, в принципе. Иначе было бы все совсем плохо. Да хватит тормозить! Игра! Работай, в конце концов. Мне показалось, что здесь стоял фриц, но в итоге здесь никого нет. Все, у меня уже глюки начинаются. Не к добру это. Не к добру. А здесь, где фриц стояли, я хуже убил всех. Нет, стоят. Стоят, ждут, пока убью. Ну ладно, сейчас, погодите, ребят, патроны соберу. Что, пистолетные патроны некуда положить? Докатились просто. Просто докатились. Нет пистолетных патронов и некуда положить. Из-за барахла я забыл кнопку отжать, которая подсвечивает барахло. Думаю, что за бред, как я здесь стрелять буду. Так, винтовка Джонсон, опять. Опять ведь, да? Да, что-то они начали дико часто попадаться. Ну уж, приз тюбик, это понятно. Давайте пока обезвреживать мины по пути. Между делом. А главным делом я все-таки считаю массовое уничтожение фрицев. А не какие там мины непонятные. Это противотанковые мины. Вы что здесь, собираетесь на тяжелой технике, что ли, воевать? Откуда, извините, у вас она? Томпсон, нифига ж себе. Вот это точно надо посмотреть. Дик ты нафиг пока отсюда. Ага, Томпсон отлично лег, называется. А, потому что у меня нет места, понятно. Ячейка за место не считается, и в ячейку автоматически ничего не кладется. Томпсон. 50 патронов, в принципе, нормально. Ну, урон хуже, скорострельность выше, цена ниже, зато можно разрядить и получить 50 патронов. Это то, чем он ценен. Так, нам все-таки нужно в другую локацию перебираться. Че, фрицев здесь больше нету? Нету ничего. Сохранимся, естественно. Потому что игра может в любой момент вылететь, да, при загрузке. Так, идем обратно в город, да? Возвращаемся в локацию. Кто? Нормально загружается. Зависона не произошло. Уже ночь, судя по всему, да? Именно она. Ну что, фрицы не вернулись на своими. Нет, вернулись. Уже пополнение новое, все заново стоят. Вот гады. И сразу меня, главное, заметили, несмотря на то, что ночь. Но здесь понятия заметности нету в этой игре. Так, я чуть не пропустил кучу ящиков. С, возможно, кучей патронов. Нет, это деньги. Нафига мне, черт возьми, деньги?
Ну, боеприпасы в количестве 71 штуки. Более-менее. Лучше бы для винтовки в таком количестве положили. Мне бы это гораздо больше понравилось бы. Ну, партизанов всех, конечно, укокошили. Так я, в принципе, и думал. Точнее, я думал, что они пойдут в наступление, но их сразу же долбанут. В итоге их укокошили еще до нашей с ними встречи повторной. Долетит? Не долетит, да? Долетело. Я даже кого-то смог ранить. Ха, ты откуда взялся, парень? Просто подбежал из темноты. Черный фриц. Только стрельни, он появится. Черный фриц. Ну-ка, зикха. Такс. Всех положили, просто не напрягаясь вообще ни на секунду. У меня, кстати, еще куча всяких там бронебойных пристрелочных патронов для винтовок и пистолетов. В принципе, если совсем безвыходная ситуация сложится, то можно их использовать. Но, конечно, хотелось бы против каких-то супермощных врагов оставить. Мало ли, может, они там потом не по одному будут, а какой-нибудь толпой нападать. Всякие там Отто соберутся в группу из человек 20 и будут на меня нападать. Там без супер патронов, я думаю, не обойдешься. Их в этом подвале просто навалом. И кто-то в меня еще стреляет. А, там происходит бой. Понятно. Пистолет Люгер. Так. Пистолет Люгер, это интересно. Ты кто такой? Я тебя не звал, я смотрю, Люгер. Трофейный Люгер. Что может быть лучше? 50-70. 50-70. А чем ты лучше, извини меня? 85-85. 5% крита, 5% крита. Что дороже? Это дешевле, потому что у него обойма на 2 патрона меньше. Короче, хрень какая-то этот Люгер ваш. Поздновато мне его подкинули. Надо было перед этой вот пухой кидать. Тогда было бы нормально. А так ненормально, конечно. Давайте сохранимся. В подвале, возможно, будет опасно, потому что там все очень тесно. Опять узкие проходы. Иди сюда, иди сюда. Такс, ух ты. Да ты резвый парень, я смотрю, а. А я не очень резвый, как я смотрю. Постоянно с задержкой на приказы отвечает. Долго соображает он как-то. Боты быстрее соображают. Хотя им соображать-то особо нечего. Сидят на месте, целятся. Че им соображать? Нормально они тут уселись. Перекрестный огонь не решили, как всегда, организовать. Скоты. Так. А, ну здесь отсюда, в принципе. Одна дверь. Ладно, давайте посмотрим. О, торговцев убили, оставили ящички. Давайте посмотрим, что там. Наверное, деньги, да? Конечно. Зато граната РГ-42 есть некая. Наверное, крутая. Давайте посмотрим, что за граната РГ-42. Интересно, здесь есть гранаты желтые и зеленые. Так, 450 урона, это уже круто. Это уже действительно круто звучит. Выглядит и, наверное, действует, я надеюсь. Не менее круто. Так, где тут проход? Ну что, агенты? Все мертвы. Могу вас с этим поздравить.
Я опоздал. Фашисты все же сумели пробраться сюда. Кто-нибудь мог выжить. И, возможно, немцы не смогли обнаружить сведения, собранные партизанами. Нужно обыскать штаб. Давайте без обысков, а? Ну вот там ящик подсвечивается теперь. Точнее, не ящик, а раковина, судя по всему. Все-таки партизанам удалось что-то разузнать. Да, я это уже только что слышал. Говорится, что фашисты неподалеку... Погодите, это что? Секретную базу. Раковина в шкафу? Пленных увезли туда. Но где именно находится база, не сказано. Это раковина в шкафу или что? Ну, это норма. Так. Угу. Идем в подвал, что ли, или что? А, нет. Или да. Ну, это какой-то подземный проход, судя по всему. Ну что, приступаем. К выполнению суперсложной миссии. Наверное, я не знаю, пока ничего сложного нет. Да, опять тоннели. Ну, в принципе, я не разочарован. Идешь по коридору, идешь. А здесь коридор что нужно? Идеальный прям коридор. Прямой. Что еще от коридора требуется? Чтобы он был прямым и все. Прямым и узким. Да стой ты уже, как в себя попасть-то? Хватит бегать. Стапывается. Странная привычка бегать у ваших, у тебя и у ваших коллег. Так. Уровни. Конечно, восприятие качаем. Что еще качать-то? Нужно прокачать что-нибудь еще. Вот винтовки, например. Хотя бред качать урона винтовок. Ну, хотя плюс 10 это уже что-то. На данный момент плюс 9. О! Вот что. Вот что круто. Теперь у нас нормальный нагрудник наконец-таки доступен. Я что, с этой посылкой так и буду? В штаб партизанского сопротивления. Нафиг все ваши штабы. Давайте посмотрим карту. Что такое темно-то сделали? Я ни черта не понимаю, что здесь нарисовано. Ну перезарядись ты. Сколько раз надо нажать на перезарядку, чтобы он реально перезарядился? Хватит бегать. Ты же не гестаповец какой-нибудь. Хватит бегать. Винтовочные патрончики, мои любимые. Упс, по-моему, я попал, да? Судя по всему. Надо валить обратно. Пускай сами подходят. Раз такие дерзкие. Ну, ты застрял опять. Ты опять застрял. Вот это уже ближе к истине. Здорово и тебе. И к тебе сейчас подойдут. Чего вы здесь храните?